Доброго дня, участники и фанаты проекта «Стрелка». Мы начинаем новый сезон 2020 года. Зима окончилась, просыпайтесь, вставайте с диванов, начинайте тренироваться. Друзья, в этом году «Стрелка» совершила невозможное. Мы долго этого ждали и долго к этому шли. И мы сделали это, смогли подняться на новую вершину, сделать этот шаг. И я уверен, что если вы будете стараться, тренироваться, драться и побеждать, то сможете доказать всем и показать всем, на что вы способны, достигнуть новой вершины в своем развитии. Друзья, в этом году мы порадуем вас невероятными событиями, ибо спустя 10 лет мы выходим на новый этап развития наших боев. Теперь ваши самые любимые турниры, прямые эфиры, любимые бои и настоящие герои будут именно в ваших телевизорах и мобильных устройствах. Мы начинаем трансляции, прямые эфиры в мобильном приложении «Триколор», «Кино» и «ТВ» в большом эфире. Бойцы и зрители, всем привет! Мы находимся на секретной базе «Стрелки». И именно здесь мы готовим планы на следующий сезон 2020. И планы эти исчисляются миллионами. Это 12 миллионов зрителей большого эфира на «Триколор». И это 1 миллион, на который мы открываем охоту. Да, парни, это действительно так. Это новый уровень в этом сезоне, новые заработки. Каждый из вас может проявить себя, свои навыки, добиться высоких результатов и стать знаменитым. Мы ждем вас на турнирах «Стрелка».